Пройдемся через зал. Урезайся, блин, только что резал тебя. Приманите их сюда, и мы вам поможем. Бенершам упрыгнут. Создания, умрите! Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Thank you.
сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Круга! Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Уже зашел. Вы страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Эй, садись, слон. Подогрись. Могу шаманом зайти. Хапа. Нет ничего вообще. Так у меня глючит вообще, капец. Сейчас опнусь. Нет. Там. Блять, ладно, хер с вами. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Сколько боссов осталось?
Ну, к Синдрему, может, подойдет, там набирает, если что. Право подавление бейте. Справа подавление, ребят. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Найдете спасение, герой. В изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Да, я могу остаться. Тоже хочу. Ну, я пошел.
Трепещите смерть!
Вы тотем уберете или нет? Ну? Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает тело смертных? Беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Смотри, падает. Смотри, далеко. Справа, близко. Смотри, далеко. По левым хватит, хватит по левым бить. Между глыбами, близко. Всё. Thank you.
не уцелеет! Надо подождать. Это заклинание еще не готово. На приста прыгали оставаться. Кто-то хотел ссылка. Да я уже прибежал. Могу пойти. А, вон. Кем?
Разыду. Да, он давно хотел. Он еще на Синдре писал. Можно пустить уже пока. Ты можешь запустить босса. Навара. И в акулю. Да. И что он пишет? Я сам запущу. Я на подстраховке постою. Забыл. Рыбка. Возле квадрат. О, к треугольникам. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего.
переход. И до шамана Дельс. И не отдавал. ДБ не пашет что-то. Поэтому не заметил, что на меня. Ну вы красавцы. ПК отлично вынес. Что-то мощно мы вдвоем. Он мощный и срет, по-моему. Валик шувает. Ходи. Слава, сними этому 1 ГП. Тут получается 2 ГП повесили. Вроде нормально. Надо поснимать. За кем-нибудь? Ни на ком не сижу. Я тебя спрашиваю, за кем-нибудь? Там рыба стоит. Я реловлюсь. Переключу аддон.
Крестом, наверное? Хиликом. Шикарно. Хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герой! Слышно меня? БДК говорит, лагаю. Да, походу вылетел. Захожу. Танк вылетел. Забрал лича, выводи. Чё, 5 стаков, нормально. Восемь стак. Вверху.
порталу или к трону, лучше так скажи. Заебись, я улетел. Антон, как там быть? Антон, как сбить каст? Готовность никогда оставляешь, ты глушишь, который вписан, он сам дает. И чем вайп? Мне глушишь не вкачан. Он тебя возьмешь каждый спел. Потому что ветки сало, которое дает. Для слабых антов ветки нету лучше. Раса у тебя какая? Ночной эльф. Ой, твой. Это волшебный поток. Он работает? Да. Там все работает. Так не я создавал. Когда вы не захилили, да. Mm. Ибо... Поднимите, багель плыви, багель плыви. Я всем промазал. Ай, в песку, блядь, танки дно, хилы дно, сука. Бафы по ДК дайте. Крестов нету живых. Каску дайте, лапу дайте. Я под духами по компании. Фреймов-то нету, да? А, сову ходил. Хильте сову, хильте сову. Или умер, или первого схватили, и он не мог даже сопокинуть. Хаба, блядь. Охуеть. Я с тебя охуевший, честно, извините за маты. Просто пиздец. Не обобщай.
Ну да, Ирел. Ты самый главный бомж в этом районе. Пизда. Как вы выносите оскорбление, охуевший просто? Это дабл вар, уретрик. Рейд не хилите нихера. Войд, Димас, Хаба. Извините. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить за это. Этот Ксаноман, это Фрост ДК? Танк, да? Смотри, как... Ксаноман. Сила поганейше висит, наверное, обычно. Ты с гильдии чел? БДК, ТГС. Ни одного захвата, ни одного удара смерти. Ноль. Ничего не. Просто бил ЛП и автоатакой. И обновлял чуму. Пиздец. Слава хреново учит. В скаде нет этих рон, если честно. Не ты вижу. Ты, наверное, смотришь урон, а захват рон же исцеление. Там я посмотри. Смотрю в исцелениях, ничего нету. Все равно мало. Ксаноман, ты в РК? Ты первый раз играешь за танка? Не, 6 КГС уже. Я бы накидал всем ГП просто, всем этим пацанам, по пятихатке каждому, кто там плохо играл. Тут есть Олег. Да, по вечерам собираю в среду. Шанс за среды поставить, когда и не прийти коллега. Ксаноман, ты в РК? Да. Ты слышишь, у тебя есть на панельке удар смерти? Есть. А что ты его не юзал? Он отхиливает танка. Меньше хилить нам будет. Ты мне не отнимал ЕП? Нет, тоже, да, нет? Сколько за бомбу? 10-50? 100? Только. Читайте тактики, читайте гайды на форуме. Три человека без сокетов. БДК не знает, как прижиматься. Хаба не хилит людей. Да, да. Да. Ну да. Как ты объяснишь, что Растершиман упал на третьей фазе? Никак. И другие тоже. Слушай, First Life, у меня реально одно хп осталось, когда я на меня босс пошел, да? 1% у тебя был.